Ребята, всем привет, с вами Александр, Monster Legend, и кто играет в эту игру, тот мог заметить, что не так давно у нас обновилось много монстров. Они стали выглядеть намного круче, но об этом мы как-то поговорим попозже. Перерисовали модели, особенно вот начальных монстриков. Вот Фаерзавр, Гринозавр, Пандакин выглядит классно, Рактила вообще шикарно выглядит. Так, Раравр, короче, Фаерконг, ну, это вот из тех, кто бросается в глаза. Их перерисовали, выглядит они забавно. Но сейчас у нас дело в другом. Вы проголосовали за прокачку редкого Комакета. Комакет. Он у меня прокачан на все звезды. И вот так вот выглядит этот наш монстр, ребята. Так. Давайте скриншотик на всякий случай. Так, Комакет. Удивительное мощное существо. Держитесь от него подальше, так как его излюбленная тактика — бросать ядовитые растения во врагов, чтобы отравить их. Но вообще-то я в английском варианте читал, и как я понял, там оно немножко по-другому. Но мы перейдем, когда будем удары ему выбирать, я вам покажу разницу. Так, супер удар у него — это запретные воды. Отравляет команду противника и наносит средний водяной урон. Ну, это у нас животное редкое, потому, естественно, максимальных ударов быть не может. Так, давайте мы сейчас его обнаружим. Вот он у меня где находится. Да, кстати, видите, его моделька прорисована получше, чем флип-лоча вот это, по крайней мере. Но он у нас что-то замер, так сказать. Так, давайте сейчас попробуем. О, отдалимся. Хочу показать, смотрите, как забавно выглядят сейчас пандакены новые. Короче, круто. Ну, некоторые тут из них подвисают. То есть ходят только 3 из 4 в логове. Вот висит, вон висит, вон висит, да. Остальные подвисают. Но это ничего. Это ничего. Еще у нас идет, конечно, новый лабиринт сейчас идет. Идет космических пиратов. Но, думаю, об этом мы тоже с вами поговорим чуть попозже. Сейчас мы будем заниматься прокачкой нашего существа. Так. Вот. Куда стоять флип-лоч? Какой флип-лоч? Мне нужен Комакет. Кстати, да, они немножко похожи, смотрите. Так, расцветка, рог на голове. Есть у них что-то общее. У него максимальный уровень должен быть, конечно же, 75, но поскольку мы его прокачали на 5 звезд, он у нас будет 105 уровня и сожрет, наверное, миллионов 5 еды. Так, давайте теперь попробуем его прокачать. Как вы знаете, мне уже писали в комментариях, да, наш мой любимый сайт mlforall.ru сейчас недоступен. Ну, ребята просто не проплатили за домен. Вот так вот, ну, потерялся сайт. Ну, я посмотрел, у него показатели были не очень хорошие, потому ребята на нем явно не могли зарабатывать, и, возможно, просто им надоело платить за пустое дело. Вот так вот. Давайте теперь будем читать про нашего Комакета. Суперка у него пятерочка, 5%, не 10%. 2000 сила, то есть половина легендарного, да, жизни в 3 раза меньше, чем у легендарного, скорость в 2 раза меньше, чем у легендарного. Стамина 120, не 140. Он у нас гибридный, его вывести нельзя, если не ошибаюсь, его дают в начале за то, что ты там делаешь лайк на Фейсбуке. Ну, лайкаешь страницу Monster Legend на Фейсбуке. Ну, если я не ошибаюсь. Так, у нас всего лишь 3 группы, группы ударов, и давайте, так, это у нас базовая, даже читать, наверное, не будем, здесь все просто. Razor, когти лезвия, так, какой-то там мокрый слэп шлепок, может быть. Так, pollen smoke, какое-то там курение какое-то. 25 силы природы, 50% шанс отравить цель. Так, циклоновые когти. Когти циклона как-то так, 25 по одному. Rage Cut, яростный порез, 25, вода, и снимает негативные эффекты с себя. Ну, пока ничего интересного. Это редкий, то есть мы будем брать явно все удары с группы 2 и группы 3, скорее всего, все из группы 3. Будем сами сейчас разбираться, покажу еще один, ну, нашел немножко сайтец, там будем выбирать ему удары. Смотрим дальше. Poison Flowers, то есть отравленные цветы, 30 по одному может отравить цель. Дальше
Вот, удар центрофуга, то есть, ну, типа, с разворота, наверное, так, или как там, удар выхрь, как хотите, так и переводите. 35 по одному может контузить, то есть, вот этот удар, ну, кандидат, он посильнее, отрава, контузия, но удар посильнее. Дальше идет СОП, передоз мылом, получается. 30 по одному, водяной удар снимает негативные, removes all все позитивные эффекты с врага, но сила 30. Пока что самый сильный здесь удар вот этот. А каких-то эффектов, ну, отравление, то есть нету паралича, ничего такого. То есть это у нас, скорее всего, монстр демагер, если его можно так назвать, редкого монстра. Дальше идет у нас взрыв весны. 45 по одному однозначно берем. Еще и отравление четко берем. Дальше. Шторм бульбашек. Мультик по всем силой 40. И вот по всем врагам тоже берем. Дальше идет свалу. По-моему, свалу это зевать. Что такое, ну, не буду точно утверждать. 35 по одному водяной удар и снимает все позитивные эффекты с цели. И все позитивные с цели и негативные с себя. То есть тоже стоит брать. Но вот эти вот все три удара мы и будем брать. И вот это, скорее всего, возьмем центрофугал панч. Потому что здесь ничего такого нет. У нас отравление будет, все будет. Нашел его такой вот какой-то сайтец. MonsterLegendWiki.com. И вот здесь написано, что он не выводится. Его можно получить за лайки на Фейсбуке. Ну вот его те же самые показатели. Стихии, вода и зелень. Он редкий. И вот такой вот здесь прекрасная табличка со списком всех ударов. То есть первый удар это суперка. А дальше вот как бы все удары. И подождите, где-то я здесь же читал. Или где-то была его история. А, вот здесь, смотрите. У комок... Ну, вот если перевожу дословно, как я это могу прочитать. У комок это есть мышцы. Так... И в месте, где большинство из нас, типа, вообще не хотели бы оказаться, ну, которым, где, в общем, там, нам, никому из нас нету места, он может там быть. Ну, типа, он настолько суров, что может выжить там, где не можем выжить мы. Но не подходите близко, чтобы проверить это. То есть, как бы, вот так вот. То есть, но не подходите близко, чтобы убедиться в том, насколько он крут. Потому что его хобби – это брать отравленные растения, брать яд из отравленных растений и бросать его во врагов. То есть не растение, как у нас перевели, а яд, то есть плеваться ядом. Вот так вот я понимаю этот перевод. Ну, это мое такое мнение. Я без переводчика не стал заморачиваться, для меня это понятно. И вот его супер удары. Как видите, вот 20-25 тролливали water damage, отравить цель. Ну вот наши удары, смотрите, самые прикольные. 35 Свалов панч, бабл шторм 40 мультик. Это вот одна мордочка, это одинарный удар, три мордочка это мультик. 45. Вот эти три удара вообще без сомнения идут. Дальше вот водяной удар снимает позитивные эффекты. Нафиг надо, лучше взять 35 с контузией. И вот еще вот, ну вот вариант удара можно взять вот этот еще. Кому нужно отравление. Но отравление у нас уже где-то есть, по-моему, да. Вот, отравление 45. Потому лучше взять контузию. Вот такие вот, ребятки, дела. И потому мы так и будем делать. Но перед этим подождите. Давайте проверим. У нас же это будет 105 уровень. Было вот так вот. А будет вот так вот так. Сила 2600, конечно, не особо помогло. Но жизни хотя бы уже стало 22 тысячи кое-как. И скорость... У нас монстр не такой сильный, как быстрый. То есть у него скорость больше, чем сила удара. То есть у нас он, в принципе, скоростной монстр. Но удара у него никаких контузий, там, одержимости нет. Нельзя его сделать контролем, потому это у нас монстр-демагер получается. Ну все, погнали. Так, мыльное отравление. Не надо нам такое. Так, кстати, давайте засечем. У меня сейчас 9, почти 9800 еды. Мокрый шлепок, кстати, нормально я перевел, да. Когти циклона тоже. Я все нормально перевел, ребята.
Вот, центробежный удар. Это мы такой берем. Центрофугал панч. Взяли. Да, у него 30. Энергия 17, да, все правильно. Так. Вот этот, наверное, поглощающий удар. Свалов панч. Свалов это поглощать. Глотать. Точно, глотать. Не зевать, а глотать. Один враг. Смотрим, двадцатка у него. Да, двадцатка. Вот этот мы его нужно брать. Снимает эффекты с цели и из себя отрицательные. Да, это то, что нам нужно, свалов. Нам еще теперь шторм бульбашек нужен какой-то. Весенний взрыв. Это у нас одинарный удар. Тоже берем его. И остался нам взрыв бульбашек. Это будет мультик. Мыльное отравление нет. Вот пузырьковый шторм. Ну все, в общем-то, ребятки, мы на 50 уровне все удары его получили. Дальше просто половину нужно прокачать пустую. Вы смотрите, сколько еды уходит, ребята. Жесть просто. 5 лямов мы потратили. Уже 5 лямов почти. 4 800 потратили. И по 100 тысяч. Раз, два, три, четыре. Вот это да! Семь миллионов еды мы потратили на прокачку этого редкого монстра. И он не стал даже таким, как легендарный на сотом. Это печально, ребята. Это печально. Но ему еще нужно какие-то руны поставить. Иначе он вообще просто, ну, как бы бесполезный. Ну, хотя бы какую-то рунку там на скорость поставить. Конечно, лучше им командную руну ставить на скорость. Я понимаю это. Но он вообще ни на что не будет способен, короче, без этих рун. Пока будет так, конечно. Ну, чтобы мы смогли им хоть немножко посражаться. Вот такой вот у нас, ребята, Кома Кэт. Он мне, кстати, напоминает Гамазека из монстра из аниме One Punch Man. Я, конечно, Гамазеком назвал Лорда Атлантиса. Так, где он у меня? Вот. Он тоже похож. Вообще одно лицо. Но Комакет тоже похож. Я, если не забуду, ставлю сюда картинку Гамазека, чтобы вы оценили весь прикол. Так, ну что. Давайте будем идти. У нас, кстати, тут уже есть героические подземелья. Просто здесь такая жесть. Вот я даже в первое зашел, а там у них стоит эти перки, короче, которые у тебя просто включают перезарядку всех ударов. И получается, реально два хода походить не могу. То есть, жесть. Даже вот первое подземелье пройти, это какой-то ад, кошмар. Так, ну а нам нужно куда-то вот сюда идти и пытаться здесь что-то порешать. Так, вот мне осталось немножко здесь. Давайте, здесь свет. Так, ну давайте, вообще-то, я смогу сюда выбрать хоть одного монстра. Ну, Комакет, но он, наверное, не подходит. Он к мечу, наверное, не относится. Да. Сюда мы не можем зайти. Выходим. Здесь тоже нам по стихиям не подходит. Ну, вот здесь, конечно, есть такая. Здесь вообще три... Блин, реально негде сражаться практически. Но здесь будет сложно. Дело в том, что нам сейчас тут наваляет. Они 119 уровня. Ой-ой-ой. Но они без рун, конечно. Но 119 уровень, это очень больно. 4000 скорость. Ну ладно, давайте сейчас разок попробуем. Возьмем Комакета. Так, тут нужно брать. Даже не знаю, кого брать. Мусу взять. Может, не, давайте возьмем Таймериона.
Вон у меня там с командными рунами, чтобы мы ходили почаще. Вот так вот. И в качестве демагера кого взять? Желательно, наверное, чтобы щит у него был. Фиг его знает. Демагер должен быть ядреным, иначе гайки нам. Ну, давайте попробуем вот так вот, такой командой. Может, что получится. Ну, неплохо, смотрите, Комакет ходит. Это хорошо. Так, теперь, что нам нужно? Включить перезарядку. Так, Аркад, до свидания. Так, о! Супер удар, смотрите, Саламандр, или как там это, монстр, сейчас мы его продемажим. Сделал скриншот, успел сделать скриншот. Просто покапало с неба, но урон хоть неплохой, потому что у нас у Металхеда руны командные на силу, то есть... Хотя бы Комакет здесь что-то может показать. Так, он же у нас демагер. Так. Давайте сейчас кому-то одержимости сделаем. Давай тебе. Одержимость сработала. Остановка времени вот на Аркада. И сейчас будем ходить дальше. Нам главное все удары испробовать. Сделаем 1-2 боя. Хотя надо было замедление времени бросить на эту собаку постапокалиптическую, которая напоминает мне Borderlands игру. Так, теперь у нас есть мультик. Мультик-удар наносит в стихии воды все врагам. И давайте его применим. Так, минус один. Ну, теперь пошли нас атаковать. Так, зарылась. И ничего не смогла сделать, потому что у них неуязвимость. Так, вот, вот что я хотел сделать. Предметы. Купить, применить. Кто ходит первым? До свидания. Ты не будешь ходить. Тебе не положено. Все равно... Ой, он почти умер. Забросал монетками Таймириона, но нам как-то пофигу. Дальше. У нас идут... Какие у нас удары самые сильные? Это вот этот самый сильный удар у нас, он еще и отравляет. Ну, у нас уже и так отравление есть. Ух ты, прикольно. Цветочками его отравили. Жаль, что нельзя двойной яд сделать. Как в этом, как в легендах Дракономании, да, там накладываются, стакаются условия, так сказать. Да, в общем-то, все. Здесь уже можно включить авторежим, они тут сами окочурятся. Хотя нет. Последний удар. Последний удар за Комакетом. Так. Снимает положительные... Эффекты, ну там нет никаких положительных эффектов. Давайте оглушение ему. Оглушение получилось. Ну, в принципе, мы почти за этот бой смогли проверить все его удары. Ну, как для редкого, да, на 105 уровне. Но он неплохо продержался. Я думал, будет хуже. Тем более, враги у нас были так какого уровня. Йо-йо. Ну, давайте еще раз попробуем. Авось получится. Главное парализовать всех. Ага, ага, у нас бочонок непарализуемый. А остановка времени на него сработает? Промах. Но этого мы не узнаем, да? А, давайте эквалайзер ему. Промах. Да, ну что ты будешь делать? Так. Что у нас здесь есть? Оглушение. Ну, на него оно тоже не сработает. Давайте кому-то отравление дадим, что ли.
промах. Ну просто какой-то косой день сегодня у нас. Ну да, конечно же, самого слабого обижают. Но они так и атакуют, враг так и настроен. То есть он атакует... Атакует самого слабого. Так. Яд. На тебе, смелтер. Ядку немножко. Этот удар не требует перезарядки, это прикольно. Так, ну мы сейчас потеряем Кумакета. Придется сделать, наверное, еще один боёчек. И... Все. Разобрались. Это было очень долго. Так, ну и давайте... Может, затащим еще это двое? Так. Всем паралич. Вообще шикарно. Ну, Metalhead нас вообще никак не подводит. Так, эквалайзер. Давай, Сентинеллу. Да, что-то я думал, что про половину жизни, но оказалась какая-то ерунда. Ну, давай отравление. Давай тебя отравим. Он, кстати, нам нужен, чтобы вывести нового монстра. Этот. Санта Мопс. Отлично, пока что у нас идет все вообще шикарно. И я думаю, мы покончили с одним монстром. Силами Кумакета. Это было больно. Яд на него сработал. Ну и, пожалуй, это будет эпическая победа. Довольно хорошо мы разобрались. Этот бой мне понравился. Не то, что предыдущий. Да все уже тут, нечего ходить. Он сам умрет. В общем-то, вот такой вот, ребятки, у нас получился обзорчик на монстрика Кумакет. Думаю, я сделал все, что было нужно. И выполнил просьбу некоторых из вас. Так что, думаю, это достойно, чтобы вы поставили пальчик вверх, а мы получили X-пага. И мне его тоже нужно высидеть будет, чтобы скрестить его и получить нового монстра. А на этом все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.